Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и наша любимая комбинация чаровница плюс огонь дает нам паньгу. Осталось на это всего лишь 17 часов, кто не успел, спешите. Ну а чтобы вывести чаровницу, нужно огонь плюс чернобронный. Так, я еще тоже зарядил комбинацию на паньгу, хотя стоит мне уже, наверное, переключиться, вывести от императора. Потому что довольно-таки интересный дракончик, для коллекции самое оно. Так, сегодня мы, ребятки, прокачаем вот такого вот дракончика. Это у нас подменыш, по-моему, да? Давайте сейчас. Подменыш, да. В общем-то, кукушка подбросила. Так, я хочу тебя вообще-то в другое, в пустоту. В темноту. Во! Сколько здесь мест шикарных. Пойдешь ты вместе к звездной пыли. Для редкого 68 вполне себе хороший ударчик. Ура, у меня скриншоты работают, я очень этому рад. Так, а ну-ка. Немножко добавим громкости. И давайте будем кормить. Давай, топай. Не ленись. Ух, смотрите, как уверенно, как Годзилла шагает. Тыщ, 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 тыщ. И хвост у нее какой-то странный. Годзилла! Кстати, ребятки, через недельку будет же Тихоокеанский рубеж. Так что мы там насмотримся на всяких ягерей и кайдзю. Так, кормись, кормись, кормись. Так, ну кайдзю это вообще любой монстр. А как бы забыл, то есть большой кайдзю там как-то по-японски звучит. Блин, вылетел с головы. Ну ладно. Так, он что-то каким-то резким стал. Топай давай. Ну, теперь он вроде ходит как-то поспокойнее. Ладно. На 16 уровне что у нас получилось? 1000 атака, 3000 жизни. Так, с этим разобрались. Что у нас здесь? Так, золотишко. Нужно ли нам собирать золотишко? Нам нужно приласкать дракончиков и завоевать на карте. Ладно, тогда собираем это золото. Все нормально, проверяем, проверяем, проверяем. Так, ну тут у меня комбинация часик. Все хорошо. Все у нас отлично. Так, 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 приласкать дракончиков. Так, давайте будем ласкать и смотреть. Так, вот чертика можно использовать в комбинации как раз для императора. Хотя надо будет глянуть, какие там самые лучшие комбинации. Чертика и джунгли, например, да? Вот джунгли. У него есть свет, а у чертика есть темнота. Мрак. Тень. Блин, все время путает. Темнота, мрак, тень. Ну и так сидит. Алмазик еще нам насыпали. Так, и мы задание наше выполнили. Так, ну чё, давайте... Блин, у меня тут было задание как раз про темницу, а я его обновил. А странно, почему сразу не появилось задание? Оно же обычно, когда мы выполняем, сразу дается новое. Очень странно получилось. Так, давайте пойдем в подземелье, ребята. Протестим.
О, у нас, давайте, открылись врата. Давайте откроем врата. Попробуем сюда прошагать. Так, 49 уровень. Ну, эпики. Так, Генрих, только не говори, что собираешься помогать Гунхильде. Я думал, ты остепенился и стал монахом. Так, я не могу сражаться за золото, но могу сражаться за любовь, а мое сердце принадлежит прекрасной Гунгильде. Гунхильде. Сейчас я покажу вам свою новую боевую технику. Ну, давай. Так, мои цели были чисты, но я все равно проиграл. Надеюсь, мое усиливающее заклинание поможет Гунгильде. Усиливающее заклинание? Все, что принесет Гунгильде силу, пойдет нам во вред. За ним! Так, кто? 50-й принц, фанат, орел, йоу! Так, кто тут нам будет противостоять? Так, ты решил мне помочь? Как мило. Так, если под словом помочь ты понимаешь помешать, тогда да, в бой. Так, а где Ария? Куда делась Ария? Так, с орлом мы попрощались. Промахнулся, это хорошо. Так, энергия от этой битвы дала силы моему заклинанию. Спасибо за помощь. Что мы наделали? Насколько сильнее сделает Гунгильду заклинание? Так, сильнее? Нет, усиливающее заклинание делает сильнее не тело, а дух. Теперь мои возлюбленные никто никогда не покинет уверенность. Хах, никогда не видел, чтобы уверенность ее подводила даже без заклинания. Так что не думаю, что случилось что-то ужасное. Да, ребятки. Уверенность... штука хорошая. Так, кем и как мы теперь будем тут сражаться? Ну, все-таки мне кажется, лучше взять для начала вот так. С одного удара. Так, ну мы сейчас тут всех разбросаем. Вообще даже не почувствовали. Так, вот теперь будет сильно. С первого удара. Вот это круто. Мимо. Кто посмел обидеть мою рысь? Бедолага рысь отгребает от всех. Ветер, это плохо. Но не очень.
Так, он ослеплен. Отличненько. Так, ну теперь нам нужно тестировать новую троицу. Да, архангел против архангела. Занятно. Так, фея, сможем мы ее победить или нет? Походу нет. Хотя да. Горение яд, пол жизни у нее забрали. Ну, в общем-то, несложно. Отлично. Вот, ё-моё. Выжил? Нет, не выжил. Этот выживет. Нет, не выжил. Ну, отлично. Так, и последний бой, самый, один из самых легких. Легко. Раз, два. Ой, черт, я уже думал, уже конец, а оказывается нет. Так, заводной ключик у нас там. Вообще всех просто разбросали в хлам. Так, ну давайте это откроем. Два алмазика. Блин, кицуне был. Можно было кицуне выиграть. Так, а, по-моему, у нас с вами по плану была покупка монаха. Да, ребятки, вы проголосовали за монаха. Он у нас по статам такой же. Сила удара 67, ветер, пустота, огонь. Как и здесь. Ветер, пустота, огонь. И атака 67. Проголосовали за монаха. Давайте покупаем монаха. Отлично. Так, тогда мы сразу его, наверное, и на выведение поставим. Как раз у меня там было пустое место. Так что, сколько ты будешь высиживаться? Ну, денек точно. Да, один день, два часа. Так что, ну вот, в следующей серии мы его, наверное, с вами и качнем. А на этом все. До скорых встреч.